Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, прежде всего хотелось бы поблагодарить вас за возможность второй раз ощутиться в этом замечательном городе Санкт-Петербург в этом году и представить на этой площадке мой доклад. Уважаемые коллеги, мы хоть гинекологи, мы уже онкологи-хирурги, и, конечно же, самая главная задача наша – это увеличение продолжительности жизни пациентов, увеличение 3-5-летний, канцер безрецидивной выживаемости и так далее, и так далее. Но мы должны с вами понимать, что сохранение качества жизни пациентов является не менее важной задачей у пациентов после выполнения онкохирургических оперативных вмешательств. Это связано с тем, что при определенных локализациях, при определенных оперативных вмешательствах качество жизни пациентов оставляет желать лучшего. Особенно это касается низкой резекции прямой кишки. В настоящее время, благодаря хирургической технике, расширяются показания для сфинктеросохраняющих операций, целью которой является сохранение сфинктерного аппарата прямой кишки и, соответственно, функционирующей ампули прямой кишки и, соответственно, дефекаторные функции и сохранение качества жизни пациентов. Однако, несмотря на это, не менее чем 25-46% случаев у пациентов возникает так называемый синдром низкой прямой резекции, который нивелирует качество жизни пациентов и делает их эквивалентным качеству жизни пациента после промежностной колостомы. Многие пациенты после подобного рода оперативных вмешательств даже приходят к нам для того, чтобы мы вывели им абдоминальную колостому, поскольку уход за промежностной колостомой фактически за сохраненным анальным каналом, достаточно проблематичный и дезадаптирует пациента в социально-трудовой сфере. Синдром низкой передней резекции включает в себя целый ряд дефекаторных нарушений, которые, как вы можете себе представить, значительно снижают качество жизни пациентов после выполнения оперативного вмешательства. В настоящее время для профилактики развития синдрома низкой передней резекции используются различные варианты формирования артифициальных ампул прямой кишки, то есть так называемых неоректумов, среди которых наиболее распространенный это метод, предложенный еще в 1965 году Лезерсомовым парком, так называемый J-образный резервуар. Однако, несмотря на то, что предложен целый ряд методов, и это говорит о том, что данные методики несовершенны, не менее чем в 30% случаев, то есть у каждого третьего пациента, все равно, несмотря на формирование этих артифициальных ампул, возникает синдром низкой передней резекции. И это обусловлено теми факторами, которые представлены в данном слайде. Прежде всего, это необходимость рассечения стенки кишки, которая приводит к денервации и деартериализации стенки неоректум. Это необходимость мобилизации, широкой мобилизации левой половины толстой кишки. И поэтому, собственно говоря, и возникают данные синдромы. Для того, чтобы решить данный вопрос, мы поставили перед собой цель улучшить качество жизни пациентов, то есть улучшить функциональные непосредственные результаты оперативных вмешательств у пациентов после выполнения низкой резекции прямой кишки. Моим шефом, моим руководителем, профессором Иновым еще в 1994 году был впервые в мировой практике представлен способ формирования неоректум с использованием слепой кишки. Слепая кишка – это отдел толстой кишки, обладающий хорошими резервуарными функциями по своему умолчанию, скажем так. Да? То есть благодаря высокой емкости данный отдел толстой кишки имеет высокую резервуарную способность. Однако данный способ несколько сложен и требует, определенных функциональных противоречий, в связи с чем нами был применен другой способ, который был через год от описания в 1994 году представлен группой швейцарских ученых, способ формирования артифициальной ампулы с использованием, опять же, слепой кишки, который представляет собой следующий этап. То есть после выполнения резекционного этапа, выполнения низкой резекции прямой кишки, производится мобилизация илиосендоскального комплекса с его реверсией после аппендэктомии и транспозиции в малый таз, формированием трех анастомозов между оральным концом подвздошной кишки и аборальным концом восходящего отдела ободочной кишки, сохранением правого и так называемого печеночного изгиба ободочной кишки, формированием анастомоза между оральным концом сегментной кишки и аборальным концом подвздошной кишки и формированием анастомоза между оральным концом восходящего отдела ободочной кишки и культей прямой кишки или анальным каналом. Всего нами выполнено с 2008 года 41 оперативное вмешательство по данной методике. И в настоящий момент мы являемся, лидерами именно в данной методике.
Необходимо представить этот илиосиндикальный комплекс, как я считаю, как это выглядит интраоперационно. Это, собственно говоря, этап мобилизации илиосиндикального комплекса. Отличительной особенностью данного комплекса, отличающейся выгодно от левой половины толстой кишки, это является наличие хорошего магистрального кровотока за счет артерии иляколики, в отличие от сигмовидной кишки или правой половины, левой половины, нисходящей кишки ободочной, нисходящего отдела ободочной кишки. Здесь хороший магистральный кровоток, позволяющий проводить реверсию данного отдела и низведение в малый таз. И это, собственно говоря, мобилизованный илиосиндикальный комплекс, готовый для реверсии и формирования анастомозов. Что касательно характера тех пациентов, которые мы оперировали, подавляющее большинство пациентов имело средний-нижний ампулярный рак локализации по своей локализации, то есть нижний край опухоли в среднем находился на 8 см до уровня анастомоза от аноректальной линии 5,5 см. Что касается локализации, подавляющее большинство пациентов – это пациенты 2А, 2Б стадии. Кроме того, необходимо отметить, что мы впервые описали данный способ формирования илиосиндикального комплекса после низкой резекции прямой кишки лапароскопическим способом. Если кому интересно, можете ознакомиться в нашем профильном главном журнале по эндоскопической хирургии. В данном случае представлены локализация лапаропортов. Необходимо отметить, что по качеству жизни и непосредственным результатам данное оперативное вмешательство не отличается от открытой хирургии, но имеет те преимущества, которые характеризуются для вообще лапароскопической хирургии: низкая травматичность, за счет чего высокая активность пациента в раннем послеоперационном периоде, ранняя выписка, низкое количество обезболивающих препаратов в послеоперационном периоде. Но по функциональным результатам данное оперативное вмешательство никаким образом не отличается. Отличается высокой стоимостью для применения в лапароскопической хирургии. Требуется не менее 4 сшивающих аппаратов, что, конечно же, финансово затратно, особенно для, скажем так, ненаучной исследовательских институтов с низким для каких-то отделений региональных. Поэтому количество оперативных вмешательств у нас оставляет желать лучшего. Это первое и единственное на данный момент оперативное вмешательство лапароскопическим доступом. Но, тем не менее, перед какой мы вставили задачи, прежде чем выполнить данное оперативное вмешательство, нам необходимо было установить, а каким образом до операции определить возможность проведения низведения или илиосиндикального комплекса, ввиду того, что не во всех случаях лапароскопический доступ не позволяет определить длину илиосиндикального комплекса ввиду отсутствия мануального контроля за органами брюшной полости и оценки этой длины илиосиндикального комплекса. И поэтому перед проведением лапароскопического оперативного вмешательства, конечно же, желательно знать, а будет ли достаточен этот илиосиндикальный комплекс по длине для проведения низведения. В связи с чем нам предложен и запатентован способ по оценке длины илиосиндикального комплекса ангиографический и, как вариант, МСКТ ангиографический при помощи ангиорежима. Нами производится моделирование ангиоархитектоники правого отдела толстой кишки, и при помощи алгоритма по длине, собственно говоря, сосудов, которые определяют длину илиосиндикального комплекса, мы определяем возможность низведения, что, собственно говоря, нами было применено успешно в данном случае. Кроме того, нами запатентован способ по аналогии с использованием илиосиндикального комплекса по принципу колопластики, то есть замещение левых отделов толстой кишки подвздошной кишкой. В данном случае был представлен у нас в одним пациентом. У пациента повторной операции после экстирпации низведенной толстой кишки. В данной ситуации, конечно, существует дефицит толстой кишки, который можно восполнить путем формирования данного варианта неоректум. Кроме того, запатентован способ болгинопластики для сохранения или для предотвращения рефлюкса в послеоперационном периоде. Данный способ применяется в том случае, если при иригографии, которая выполняется всем пациентам в дооперационном периоде, у пациентов определяется наличие рефлюкса до операции по данным предоперационной иригографии.
Также нами применен и запатентован способ по формированию илиоцентрического комплекса. К сожалению, я, естественно, не могу представить какие-то статистические данные, поскольку это единичные случаи, но, тем не менее, это новелла, которая нами применялась, формирование илиоцентрического комплекса по методике, позволяющей уменьшить вероятность развития прямокишечной или нейроктум-вагинальных, нейроктум-пузырных свищей. Кроме того, в настоящий момент нами также разрабатывается способ улучшения функциональных результатов низкой резекции прямой кишки и профилактики синдрома отключенной кишки. Эти две методики базируются на применении антиоксиданта дигидрокварцетина. Особенно это актуально в плане функциональных результатов, поскольку у пациентов некоторые авторы рекомендуют всем пациентам, некоторые авторы рекомендуют при определенных обстоятельствах накладывать разгрузочную колостому с целью предотвращения несостоятельности низкого колоректального или колоанального анастомоза. И формирование колостомы на 3 месяца и более приводит к тому, что возникает так называемый синдром отключенной кишки, который нивелирует функциональные результаты операции даже после восстановления, то есть после выполнения реконструктивно-восстановительной операции. Те дегенеративные изменения в отключенной кишке, которые возникают у пациентов после наложения колостомы, приводят к тому, что у этих пациентов, опять же, возникают симптомы, напоминающие синдром низкой передней резекции. И поэтому в настоящий момент разрабатывается на экспериментальном этапе данные два способа. И я надеюсь, что в последующем на данной площадке я уже представлю эти результаты в последующем. Кроме того, необходимо отметить, что у пациентов с раками любой локализации, как известно, существует так называемый синдром Труссот, то есть это тромбоэмболический осложнения, которые возникают, манифестируют клинику рака любой локализации. Рак толстой кишки в том числе является опасным в плане развития тромбоэмболических осложнений. Это обусловлено целым рядом факторов, и нами также проведено исследование. Подавляющее большинство пациентов с раком толстой кишки и часть прямой кишки имеет сочетание 3 и более факторов в 80% случаев. Это возраст, это рак, это необходимость выполнения оперативного вмешательства более 2 часов. И, соответственно, это приводит к высокому риску тромбоэмболических осложнений. В связи с этим, для стратификации оценки степени риска тромбоэмболических осложнений у данной категории пациентов нами был применен, и не только для данной категории пациентов, а вообще для пациентов хирургического профиля нами предложен и получено свидетельство госрегистрации программы для электронной вычислительной машины, позволяющей персонализированно на основании данных, которые вводятся врачом касательно того или иного конкретного пациента, провести математический расчет с математической точностью, определить риск тромбоэмболических осложнений и персонализированно с использованием схем, предложенных Конгрессом сердечно-сосудистых хирургов, определить необходимую схему профилактики или лечения тромбоэмболических осложнений. Далее. В плане функциональных результатов, оценки функциональных результатов, нами также предложен способ, сейчас покажу, по оценке, манометрической оценке антирефлюксной функции ректального резервуара, получен патент на данное свидетельство, и оно позволяет установить, что при давлении 120 мм тутного столба, при заполнении данного резервуара не возникает рефлюкса в подвздошную кишку за счет работающего баугиневой заслонки, в связи с чем у этих пациентов отсутствует так называемый фрагментированный стул, то есть необходимость опорожнять этот резервуар три раза за час, что, конечно же, нивелирует качество жизни этих пациентов и является фактором, который, собственно говоря, улучшает качество жизни этих пациентов. На данном слайде мы можем с вами обратить внимание на тот резервуар, который возникает при формировании илиоцентрического комплекса, резервуара по представленной схеме, и в сравнении с низведенной сигмовидной кишкой в случае при отсутствии выполнения формирования вот этого артифициального резервуара. Кроме того, нами также впервые описан и предложен способ компьютерно-томографической резервуарной дефекографии, который мы описали в нашем профильном журнале «Колопроктология». Данный способ позволяет оценить топографоанатомические особенности данного резервуара. Это пуборектальные линии, его размер, объем, так называемый аноректальный угол и другие факторы, которые позволяют провести сравнение данного
или осендоцикального нейроректум с другими способами, и провести трехмерную реконструкцию данного резервуара. В данном исследовании, на которое вы также, обращаю ваше внимание, можете посмотреть в данном журнале, не найдено каких-то достоверно значимых различий с параметрами прямой кишки неизмененной. Что касается функциональных результатов оперативного вмешательства, нами было оценено функциональные результаты оперативного вмешательства на 3, 6, 12 месяц после оперативного вмешательства. И для объективизации данного способа нами впервые был предложен способ оценки аноректальной дисфункции у пациентов после низкой резекции прямой кишки. Данный способ также мы получили и свидетельство о государственной регистрации программ для электронно-вычислительных машин, то есть программ, позволяющие машинным способом фактически, да, для каждого пациента с математической точностью оценить степень аноректальной дисфункции. Вся ситуация в том, что способ стратификации аноректальной дисфункции у пациентов с низкой резекцией прямой кишки в настоящий момент в мировой практике не существует. Есть отдельно так называемый FISI, то есть это индекс, позволяющий оценить степень фекальной инконтиненции. Есть отдельный способ оценки качества жизни пациентов онкологических больных, у пациентов при операциях на прямой кишке, но он не учитывает тех многофакторностей, которые возникают у пациентов после низкой резекции прямой кишки. И поэтому данный способ на данный момент является, на наш взгляд, самым полным и позволяет оценить степень аноректальной дисфункции у пациентов с низкой резекцией прямой кишки. Здесь мы хотим обратить ваше внимание на оценку качества жизни пациентов на третий месяц у пациентов после формирования илиоэндоцекального резервуара и прямого колоректального анастомоза на 3, 6, 12 месяц после операции здоровые лица. И у пациентов в течение года после выполнения прямого колоректального анастомоза. Как мы видим, имеется статистически достоверное различие, говорящее о том, что уже на третий месяц по всем фактически когортам качество жизни пациентов по классификации SHOT-FON-36 выше практически в два раза, чем через год после выполнения оперативного вмешательства в объеме стандартного прямого колоректального анастомоза. Степень аноректальной дисфункции, которая определялась при помощи нашей программы, позволяет установить уменьшение степени аноректальной дисфункции, которая коррелировала с увеличением степени удовлетворенности качества жизни по классификации Помаскина. Степень аноректальной удовлетворенности качества жизни определяется от 0 до 100, соответственно, по классификации ВАШ, да, то есть 0 – это полная неудовлетворенность, 100 – это полная удовлетворенность. Хотелось бы обратить ваше внимание, что в данной работе даже было установлено, что не все здоровые полностью удовлетворены своим качеством жизни. Но уровень 90 через год является очень хорошим показателем. Это то же самое по классификации Помаскина, ранжированное, указывающее на то, что качество жизни пациентов по всем рангам более чем хорошее. На данный момент проводятся морфометрические исследования, позволяющие оценить адаптационные механизмы. И на данный момент также проводится оценка КИ-67, которая, кстати, на 10 пациентов не показала свою статистическую достоверность, очень высокие колебания, поэтому говорить о том, что с чем это связано, у нас какая идея, изменение локализации илиоэндоцекального комплекса, конечно же, может приводить к тому, что изменение среды, условий, то есть того содержимого толстой кишки, которое возникает уже в другом отделе толстой кишки после проведения транспозиции илиоэндоцекального комплекса, конечно же, может оказать влияние на, собственно говоря, и развитие метапластических каких-то процессов. Поэтому КИ-67 указывает на то, что никаких значимых изменений со стороны активности пролиферации, во всяком случае, на данный момент в небольшой выборке нами не установлено. Поэтому можно сделать следующие выводы, что использование илиоэндоцекального комплекса в качестве нейоректум после низкой резекции прямой кишки позволяет улучшить качество жизни пациентов достоверно и, собственно говоря, улучшить функциональные результаты оперативного вмешательства. Кроме того,
использование эндовидеохирургических технологий позволяет улучшить ранние непосредственные результаты оперативного вмешательства. И, собственно говоря, применение способа стратификации оценки степени тяжести аноректальной дисфункции, тромбоэмболических осложнений. Я, кстати, открыт для вас, если вы заинтересованы в этом, я могу предложить эти программы, которые вы можете успешно, ну, с той или иной степенью успешности применить у себя в практике. Абсолютно бесплатно могу вам предложить, и, пожалуйста, подходите. Спасибо всем за внимание. Ваш вопрос. Сергей Владимирович, будут вопросы к нему? Спасибо. Thank you.